дал тебе право кохоста. Да, все, все, я уже начал запись. Если вы видите в приложении к объявлению, я поместил ссылку на то, что называется плейлист на YouTube, где видео, относящиеся к сегодняшней теме, ну и разнообразил разными другими видео. У меня вот эта мечта... Ой, у Бориса, по-моему, микрофон... Да. У меня мечта... знаете, вот были энциклопедисты во времена французского просвещения. Сегодня нам не хватает вот этих интегрирующих знаний. А я просто очень чувствую, что я люблю вот соединение знаний из разных сфер. Ну, вот это как одна из тем, которая сегодня будет представлена. Ну. Хорошо, спасибо, Миша, большое. Михаил Карповский, вы хотите рассказать что-то о себе сейчас? Вы знаете, давайте мы вчера послушаем Мишу Цибулевского, а потом уже хорошо, я вступлю в диалог. Миша Цибулевский, пожалуйста. Значит так, поскольку я говорю медленно, то я подготовил видео в YouTube, и на скорости 1.5 это как раз будет оптимально. Сейчас одну секундочку. Я постараюсь подключить к Zoom. Сейчас одну секундочку. Share screen. И не забыть, чтобы видеокачество было обеспечено. Так. Я надеюсь, что мой экран виден. Виден, виден. Я сейчас делаю видео на полный экран и включаю. Всем добрый день. Сегодня мы поговорим о важной теме опасности разрушительных землетрясений в Израиле и что мы можем с этим делать. Если сказать в двух словах, опасность очень велика. Раз в 100 лет в Израиле происходит разрушительное землетрясение, и примерно 1/3 часть жилого фонда Израиля построена таким образом, что крупнейшие разрушения могут произойти с десятками тысяч жертв. С другой стороны, если приложить правильно усилия, то даже в течение 8 или 10 лет можно перестроить эту 1/3 жилого фонда Израиля и таким образом спасти большое число людей от смертельной опасности. Это предложение составлено в содружестве группой ученых репатриантов, докторами наук физики Владимиром Файнбергом и Гершоном Левицки, доктором технических наук в области строительных материалов, бетона, в частности, пескобетона, Константином Львовичем, Михаилом Карповским, профессором Международной академии архитектуры, архитектором, Авраамом... А также руководителя израильского сообщества русскоговорящих ученых, Александром Теслером, специалистом в области строительства с очень большим опытом, Барух Ярмолинский, специалист в области строительных конструкций, в частности, сейсмостойких строительных конструкций, с огромным опытом, около 30 лет работы в Израиле, и я, Михаил Цибулевский, доктор наук в области исследования операций методов оптимизации работающих технологий. Я бы начал свой рассказ с более широкой картины. Вблизи Израиля располагаются массивные тектонические плиты. Огромная евразийская плита, которая захватывает, как вы видите, всю Европу и дальше продолжается на восток. Африканская плита, аравийская плита и меньшая анатолийская, это там, где Турция находится, и эгейская. Эти плиты находятся во взаимном движении. Вот синими стрелками указаны направления их движения, а толщина стрелок пропорциональна скорости. И там, где эти плиты сталкиваются, наезжают друг на друга или, наоборот, расходятся, расположены зоны сейсмической активности. Как мы видим, вблизи Израиля в основном находится аравийская и африканская плита, и так называемый сирийско-африканский разлом проходит по восточной границе Израиля. Мы сейчас посмотрим на это более подробно. Сейчас, секундочку.
Как это переключить на следующий экран? Вот. Тут как бы фрагмент от этой картинки, взятый из Википедии. Кстати, из раздела, который как раз Эгейскую плиту описывает, но как-то удачно, что и мы попали в эту область. Вот. Опять же, вот примерно здесь находится Израиль. И вот этот сирийско-африканский разлом между африканской и аравийской плитой. И кроме того, хорошо увидеть общую картину. Вы видите, тут тоже стрелками показано движение плит, но в отличие от предыдущей картинки, эти стрелки указывают движение относительно африканской плиты. И мы видим, что, например, аравийская плита, она вдоль смещается. То есть мы хоть и находимся на разломе, но относительное перемещение не самое большое, а вот другие плиты, они более агрессивно наезжают друг на друга. Если мы перейдем к следующему слайду, вот, то мы увидим зоны сейсмической активности. Вот на этой карте указано землетрясение с вероятностью 10% за 50 лет, какие самые сильные могут быть землетрясения. И сила землетрясения указана в единицах максимального ускорения метров в секунду в квадрате. Мы знаем, что ускорение свободного падения – это 9,8 метров в секунду в квадрате. Вот если ускорение при колебаниях почвы грунта будут 9,8, это наиболее разрушительное землетрясение. Часто бывает меньше, это все еще очень сильное землетрясение. И мы видим, да, что зоны землетрясения, вот, допустим, красным, коричневым, они действительно примерно соответствуют стыкам между плитами. И, ну, Израиль находится в такой розовой области. Мы видим вот тут максимальное ускорение в землетрясениях, там, с вероятностью 10% за 50 лет. У нас порядка 3,2 метра в секунду в квадрате. Это все еще довольно разрушительное землетрясение, там, соответствующее, грубо говоря, там, 6-7 баллам. Но у наших соседей ситуация намного более тяжелая, как мы видим. Тут вы видите, на этой карте даже и Грузия, и Армения показаны, и Турция, и Кипр – очень опасная область. А в Израиле мы немножечко расхолаживаемся, но раз в 100 лет, к сожалению, трясет очень сильно, и к этому надо быть готовым. Вот, а сейчас мы делаем следующий шаг. И вот этой карты нашего района, землетрясения в нашем районе, мы переходим к более подробной карте, уже карте Израиля. И мы действительно видим, что вот вдоль восточной границы Израиля, по линии Кинерет, и даже севернее Кинерета, и на юг, вдоль Мертвого моря, по Иорданской долине, и дальше по долине Арава и до Эйлата, проходит зона вот этой максимальной сейсмической активности. Но, между прочим, в Израиле есть еще один разлом местного характера, так называемый Бейт-Шаан-Ягур. Это он начинается южнее Кинерета и идет в сторону Хайфы. И поэтому мы видим, что Хайфа тоже находится в зоне повышенной опасности землетрясений. Тут я должен сказать, на этой карте несколько другой масштаб, он такой успокаивающий, если вы видите, что вот эта вся часть, там, куда включается Натанья, Тель-Авив и так далее, она зеленым цветом. На самом деле, там, ну, грубо говоря, на один балл Рихтера меньше сейсмическая активность, а может даже не на один балл, надо более подробно посмотреть масштаб. Ну, короче говоря, быть сейсмически готовым надо и в той области, которая является зеленым, а также есть города, входящие в желтую полоску, такую промежуточную, и, например, Арад, который находится вблизи Мертвого моря, тоже, как говорится, находится в зоне такой, которой нужно уделять внимание. Давайте пойдем дальше по нашим слайдам. Сейчас, секундочку. Вот. А здесь, кстати, я уже в более крупном масштабе показал вот эту перемычку. Бейт-Шаан и дальше в сторону Хайфы. И вот интересно, это то, что называется Израильская долина. Если можно улучшить резкость. Хотя со всех сторон тут такие возвышенности и горы, как мы увидим на следующем слайде. Это низменность, какая очень благоприятна для сельского хозяйства, и там проходит железная дорога. И, к сожалению, вот эта железная дорога, она проходит по сейсмически опасной территории, вот которая Хайфу с Афулой там соединила относительно недавно. Там же была и старая железная дорога еще с турецких времен, вот, а сейчас как бы ее продолжили заново, уже в современном виде.
И химическая промышленность Хайфы, к сожалению, тоже находится в довольно опасном месте. Так что хорошо, что там склады аммиака оттуда убирают, но более серьезно надо к этому отнестись. И вот, кстати, на сайте экскурсоводов из Израиля, вы видите, Мадрихим блокпост, блокпост Мадрихим, я нашел прекрасную иллюстрацию карты Израиля. Вот мы видим озеро Кинерет, Иорданская долина, Мертвое море. К сожалению, не показан весь путь к Эйлату, но мы также видим, что вот эта вся низменность приморская, она горами, горами Самарии, Иудеи отгорожена с востока. Ну и вот здесь и Иерусалим находится, в частности, и Шхем, и так далее. И мы видим вот эту Израильскую долину, которая соединяет область Кинерета с Хайфой. И, как мы уже сказали, к большому сожалению, это тоже зона сейсмической активности, которой надо большое внимание уделять. И буквально вчера-сегодня было сообщение о том, что в Бейт-Шаане, который находится вот примерно здесь, или вот здесь на карте произошло землетрясение силой 3,5 балла. Оно не опасно, хотя в этих местах люди чувствовали в сообщениях новостей, там говорилось, что мебель ехала вдоль квартиры, и люди чувствовали, что трясется почва под ногами. Еще раз, это не опасно, но это нам предупредительные звонки, чтобы мы серьезнее отнеслись к этой проблеме. Вот, и на следующем слайде я выписал крупнейшие землетрясения, которые происходили в нашем районе за последние века. Очень разрушительное землетрясение получило название Ближневосточного. Это была целая серия землетрясений. Она как бы захватывала северную часть Израиля и район Ливана, современного Сирии, в 1759 году, и по различным оценкам до 20 тысяч человек погибло. Следующее печально известное землетрясение 1837 года, Цфатское, иногда его называют также землетрясение Галилеи. Эпицентр был южнее Кинерета, в таком месте, которое называется Румфаут. И Цфат был практически разрушен. В целом около 6-7 тысяч человек погибло. И евреи покинули Цфат на долгое время после этого. И относительно недавно, уже в 1927 году, землетрясение в эпицентре, с эпицентром в районе Ерехо. Пострадал Иерусалим, Ерехо, Рамле, Тверия, Шхем. И по меньшей мере 500 человек погибло. Вот, в 2015 году на сайте Ynet News вышла прекрасная обзорная статья, вот указаны ее авторы. Ну, как всегда, когда происходит такое небольшое землетрясение в Израиле, люди вспоминают о важности этой проблемы. И вот под влиянием, либо когда серьезные землетрясения происходят в других странах. Вот я уже не вспомню, то ли где-то в Тибете, в Гималаях большое землетрясение происходило, то ли небольшое в Израиле, но, по крайней мере, это было толчком к написанию очень хорошей обзорной статьи. Ну, вы видите, что статья начинается с фотографии печальной вот руины зданий в Иерусалиме после землетрясения 1927 года. Вот, и приводится цитаты разных знающих людей, а также тех, кто ответственен за ситуацию. В частности, государственный контролер Израиля в 2011 году утверждал, что при том состоянии зданий, которые у нас есть, катастрофа может унести порядка 15 тысяч человеческих жизней, и разрушено сотни тысяч зданий. Министерство строительства, значит, какая история? В 1980 году вышел новый стандарт строительства в Израиле, который требует уже современную нормальную сейсмостойкость зданий. И где-то с 1982 года начали возводиться здания, соответствующие этому стандарту. Хотя вот участник нашей группы, Баруха Ермолинский, он говорит следующее. Вот у него есть прекрасное интервью на 9 канале, кстати, его можно в интернете найти. Что только с середины 90-х годов в Израиле стали возводиться здания с укрепленными защитными комнатами. Это такие стояки из укрепленного бетона,
скажем так, например, по четырем углам здания, куда люди, там эти комнаты безопасности, да, одна над другой, куда люди могут прятаться в случае там ракетных обстрелов и так далее. И вот эти 400 ЭК, они существенным образом укрепили здание. То есть здания, построенные с комнатами безопасности, они уже по-настоящему сейсмостойки. Здания вот в этот промежуточный период с 82-го, условно, до 95-го года, видимо, они несколько прочнее, чем здания, построенные до этого, однако все еще знак вопроса, и они, каждый индивидуально нуждается в серьезной проверке. Так вот, по крайней мере, 810 тысяч квартир находятся в зданиях, построенных до 1980 года, согласно этой статье и утверждению министра строительства. Вы можете представить масштаб работ, которые требуется произвести для улучшения безопасности граждан. Вот. И также есть еще два эксперта. Один из них профессор Машей Инбар, эксперт в естественных в области управления поведения при естественных катастрофах, эксперт из Хайского университета. Вот по его утверждению, что при землетрясении в 6 баллов и выше, ну вот такие, которые в Израиле происходят в среднем раз в 100 лет, около 90% структур зданий, построенных до 80-го года, находятся в состоянии опасности, просто могут рухнуть. В особенности train structures, я думаю, что здесь имеется в виду о домах трамвайщиков, я могу предположить, такие удлиненные здания, которые в 50-е годы возводились, а также дома на сваях, вот это действительно бич из Израиля, и Аврам Шарнопольский много эту тему исследовал, тоже участник нашей группы. В 70-е были построены эти здания, они и сами по себе неустойчивы к землетрясениям, а кроме того, эти бетонные сваи, они дают трещины, там ржавеет арматура, они, многие из них, к сожалению, дошли уже до такого состояния, что они могут рухнуть даже и в обычных условиях, без всякого землетрясения. И указано в этой статье, что сотни тысяч людей живут в Израиле в таких структурах. Также профессор Машейн Бар указывает наиболее опасные зоны, расположенные вот вдоль этого сирийско-африканского разлома. Он называет его здесь восточно-африканский разлом. Значит, это нижние районы в Твери. Бейт-Шаан, вот который буквально сегодня-вчера трясло. Районы Цфата. В Цфате есть районы, которые на скальной породе построены, и по утверждению профессора Инбара, они более устойчивы, а есть районы, которые не на скальной породе, они менее устойчивы. Кириат-Шмоне, и также зона гостиниц в Эйлате, которая возведена на таких осадочных породах, грубо говоря, к чему-то, что только может немного более плотно, чем песок. И еще один эксперт, профессор Ави Киршенбаум, тоже по управлению катастрофами, тоже в Хайском университете. Значит, он уже описывает сценарии, что, к сожалению, может произойти, если сильное землетрясение в Израиле случится сейчас. Рисует ужасную картину. Рисует ужасную картину. Огромное количество жертв на улицах, погибшие люди, которые не могут даже быть идентифицированы или эвакуированы, или похоронены. Это все на первом этапе землетрясения, потому что вот эти массовые разрушения и жертвы, их количество намного превосходит мощность тех спасательных служб, которые сегодня в Израиле есть, и просто раненые люди вынуждены будут сами себе оказывать помощь. И в связи с этим призывается вот произвести массовое учение среди населения, вот что, вот как более, в такой более продвинутой форме, не просто выбежать из домов, а какие активные действия можно производить с тем, чтобы помочь себе и людям вокруг. Также вода, электричество, канализации, газ, все эти инфраструктуры могут быть разрушены. И также и связь, то есть люди останутся без связи друг с другом. И вода даже в эти первые дни может быть огромной проблемой. И вывод такой, что в первые три дня, если, не дай бог, случится эта массовая катастрофа, люди не смогут рассчитывать ни на какую помощь, только на себя, только впоследствии командование тылом, спасательные службы, видимо, смогут добраться к основной массе пострадавших. Как мы уже говорили ранее, примерно раз в 100 лет в Израиле происходит землетрясение такой силы, которые могут унести
десятки тысяч жизней в сегодняшних условиях. Мы видим, слышим последние недели, в особенности после землетрясения небольшого Бейт-Шааня, предупреждение гражданской обороны о том, как себя вести, о том, что за полминуты, возможно, прозвучит предупреждающая сирена. Но мы также и понимаем, что далеко не все люди так тренированы, как бойцы в армии, и надежды, что это сильно поможет, у меня очень большой нет. Что же нам реально нужно делать? В Израиле около 80 тысяч зданий, построенных до 1982 года, когда вышел новый стандарт, зданий, которые не устойчивы к землетрясениям, и в них находится порядка 800 тысяч квартир. Нам надо бы взять на себя национальную задачу заменить все эти здания, все эти квартиры за какой-то реальный срок, ну, например, 8 или 10 лет, хотелось бы и раньше, но, по крайней мере, такие сроки мне представляются реальными, и я объясню, почему. К сожалению, до сих пор, за последние там, порядка 15-20 лет, когда эта тема активно поднимается, менее 2% этих опасных зданий было заменено. И в основном в Тель-Авиве, в центре страны, там, где перестройка зданий, замена их на новые, она коммерчески выгодна, поскольку жилье дорогое. А вот в таких местах наиболее опасных, которые находятся на сирийско-африканском разломе, как Цфат, Тверия, Бейт-Шаан, там жилье дешевле, и строительные подрядчики просто не получают достаточных для них прибыли, и практически замена там не происходит. Что же нам делать? Мы хотим заменить 800 тысяч квартир, например, за 8 лет. В этом случае нам надо заменять около 100 тысяч квартир в год. Но требуется иметь в виду, что по программе «Пинуй-бинуй» на каждую обновленную, замененную квартиру нам надо построить еще 2-3 новых, с тем, чтобы подрядчик, продав их, получил достаточную прибыль для возврата денег. Таким образом, нам надо строить порядка 200 или 300 тысяч квартир в год. Для сравнения, сегодня в Израиле строится около 50 тысяч квартир в год, причем это число, это количество, которое возросло за последние годы, раньше было меньше. Таким образом, нам нужно увеличить мощность нашей строительной индустрии в 4-5 раз. Казалось бы, можно пригласить иностранных работников, но не следует забывать, что нужны и архитекторы, и строительные инженеры, и техники. И все это на ограниченный период времени, 8-10 лет. Надо сильно увеличить мощность строительной индустрии, а потом, если мы справимся с этой национальной задачей, замены опасного жилья, потребность в строительстве, она упадет. Что здесь можно предпринять? Ну, давайте посмотрим, что происходит в мире. Решались ли подобные масштабные задачи в других странах? И вот вам пример. В 2000-х годах в Москве население выросло примерно с 10 до 20 миллионов человек за 10-15 лет. И Москва смогла решить эту задачу. Как они сделали? Они открыли свой рынок для иностранных крупных строительных фирм. Сначала приехали строительные фирмы из таких стран, как Швеция, Турция, частично из бывшей Югославии, а потом подтянулись и строители с Украины, которые в первое время, может, больше работали как исполнители на этих стройках, но со временем и украинские фирмы строительные стали активными участниками этого процесса. С годами российские строители, они освоили лучшие практики иностранных фирм, и сегодня строительство все еще продолжается активно, но уже в основном силами российских инженеров, архитекторов и рабочих, например, в большой части со Средней Азии. Можем ли мы сделать подобное в Израиле? Конечно, строительное лобби у нас очень сильное, его влияние в Кнессете, с одной стороны. С другой стороны, ведь речь идет о спасении десятков тысяч жизней. И, как я знаю, в Израиле ценность человеческой жизни, она намного важнее, чем вопросы о прибылях или сверхприбылях. Когда говорят о деньгах, может быть большой раскол в обществе, но когда говорят о человеческих жизнях, хотелось бы надеяться, что вот эти разногласия могли бы отойти в сторону хотя бы на ограниченное время, вот эти 8-10 лет, и хотя бы в первую очередь в тех областях, в тех районах, как я уже перечислял, Тверия, Цфат, Бейт-Шаан, где жилье очень дешевое, и израильские подрядчики туда просто не идут. А могут ли иностранные подрядчики строить дешево?
Вот я уже долгое время знаю такой интересный пример. Город Равабе, город, новый город, который в Самарии построен для арабов. И вот в 2014 году на сайте «Континент» была такая интересная статья на русском языке, где журналист встречался со строителями, которые уже построены в значительной степени город, и они ему рассказали, что цена квартиры порядка 60-70 тысяч долларов за квартиры 100 или 120 квадратных метров, и даже просили его пригласить читателей его сайта покупать квартиры в этом месте. И вот вы видите, я даже поместил картинку, такая рекламная картинка города Равабе, которую можно найти на Google Maps. Мне кажется, израильским строителям не стоит слишком бояться этого шага, поскольку, как я уже сказал, это на ограниченное время. И за это время израильские строители могли бы освоить лучшие мировые практики. Они и сейчас, у них определенный прогресс есть в технологии строительства, но все еще она далеко не самая дешевая и самая быстрая. Вот. Так что по истечении этого срока, я думаю, и израильское строительство могло бы очень сильно продвинуться, и мы бы увидели положительные последствия и на многие годы вперед после этого. Я хотел лишь добавить, что Равабе строился подрядчиком из Катара, но мы знаем, что в том же регионе есть и более дружественные Израилю страны, как наши друзья Арабские Эмираты. Ну, а кроме того, есть такие страны, как Китай, Турция, Югославия бывшая, Украина, где есть мощнейшие строительные фирмы, которые умеют строить и быстро, и качественно, и за умеренную цену. Ну и понятно, что массовое строительство за такие ограниченные сроки невозможно вести заменой отдельных домов или крохотных групп домов, как это делается сегодня. Нужно заменять целые микрорайоны. При этом понятно, что если четырехэтажные дома будут заменяться, например, на девятиэтажные, то есть утроение населения микрорайона, то нужно обновлять всю инфраструктуру, система водоснабжения, канализации, электричества, дороги, места для парковки, общественные здания, школы, детские сада, синагоги, клубы, магазины. Все это должно увеличиться, соответственно, с увеличением населения в этом районе. Частично это можно делать, используя пространство в самих новых зданиях. Например, подземные части использовать для парковок, этажи на уровне земли, например, для детских садов, где-то размещать клубы и так далее. Вполне реально перестраивать так микрорайоны. И мне кажется, вот в Тель-Авиве даже есть определенные обнадеживающие примеры такого развития уже сегодня. Кроме того, мы должны помнить, что приходит эпоха автономных автомобилей, и в частности автономных такси. То есть у большого количества людей исчезнет проблема в личных автомобилях, и это серьезно облегчит проблему парковок в густонаселенных районах. Если человеку нужно куда-то ехать, он просто по смартфону делает вызов, и автономный автомобиль из какой-нибудь фирмы таксишной, он подъезжает прямо к его дому и везет, куда ему нужно. Другой очень важный вопрос. Если вести замену домов пинуй-бинуй действительно большими масштабами, это будет нам приносить более 100 тысяч новых квартир в год. Новых квартир. Мы будем и заменять старые, и вынуждены будем строить дополнительные, чтобы это было коммерчески оправдано. Так вот это количество, оно превосходит в два раза то, что сегодня в Израиле строится. Таким образом, на период вот этих предстоящих 8 или 10 лет нам нет нужды сооружать инфраструктуру, там водопровод, электричество, дороги и так далее для новых районов. И вот эти мощности, которые уже есть в Израиле для сооружения инфраструктуры, можно будет полностью перенаправить на вот это строительство пинуй-бинуй. Чтобы произвести обновление за те сроки, о которых мы говорим, за 8 лет, темпы строительства являются очень критичным элементом. В Израиле обычно занимает по-хорошему 2 года уже возвести само здание после того, как получены все разрешения.
в последнее время из-за того, что строительная индустрия перегружена, этот срок увеличился до 3 лет. Можем ли мы его сократить значительно, например, до 1/2? Вот такие примеры, в частности, я обнаружил. В Тель-Авиве возводили 30-этажные дома, была приглашена китайская фирма, и она из монолитного бетона, который заливается и затвердевает, возводила со скоростью 1 этаж в день. 1 этаж в день. Чтобы достигнуть такого темпа, им приходится использовать так называемые ускорители затвердения цемента. Потому что обычный темп, там несколько дней до недели требуется бетону затвердить так, чтобы можно было возводить следующий этаж. Это так называемые цемент-акселераторы, ускорители цемента. Другая часть работы, которая занимает огромное время, это уже внутренние работы по инсталляции там, канализации, водопровода, электричества и внутренняя отделка. Если есть достаточно рабочей силы, такие работы хорошо бы вести в 2-3 смены. А чтобы вести в 2-3 смены, нужно не мешать окружающим жителям. Если вблизи того микрорайона, который обновляется, есть еще какие-то жилые дома, и проблемы борьбы с шумом мы посвятим несколько слайдов в дальнейшем. Но, кроме того, очень важный элемент – можно использовать заранее изготовленные панели, prefabricated, по-английски говорят, которые уже в себе содержат все нужные службы. Вот вам пример китайской фирмы, это видео присутствует на YouTube, которая смогла возвести 30-этажный дом за 15 дней. Значит, как он устроен? Там каркас в основном металлический, а панели, вот если вы посмотрите панель перекрытия, она делается на заводе, и при ее изготовлении уже под полом все нужные службы, вода, электричество и так далее, они уже сделаны. И вплоть до того, что облицовка полов сделана. И вот эти панели очень аккуратно упаковываются, защищаются и везутся на стройку, и таким образом темпы строительства неизмеримо возрастают. Ну, а дальше мы вот уже поговорим о шуме. Как мы знаем, шум – это настоящий бич строительной индустрии. Страдают в первую очередь сами строители, но также жители окружающих домов и люди, находящиеся вблизи стройки. Вот отдел защиты окружающей среды правительства Гонконга подготовил замечательный материал о возможностях значительного уменьшения, радикального уменьшения строительного шума. Вот для примера, в децибелах показаны самые шумящие механизмы строительства. Это как отбойные молотки, вот здесь показано в децибелах, а также отбойные, вроде типа отбойных молотков, которые установлены на экскаваторе. Ну, также, как мы знаем, забивание сваек, но и просто шум от строительной техники, от бульдозеров и так далее, он очень велик. И вот в нижней части этой же таблицы показано, что же можно сделать, если использовать современные, менее шумящие способы. Ну, как мы видим, что шум может уменьшаться на десятки децибел. Ну, вот один из таких ярких примеров – забивание сваи. Вместо того, чтобы забивать сваи ударным способом, можно их вдавливать с помощью гидравлического механизма. Silent peeling by press in method. И кроме того, эти механизмы становятся еще более эффективными, если сваи, которые чаще имеют такую трубчатую форму, они частично вращаются. Ну вот у меня даже есть на этом слайде ссылки на видео, которые демонстрируют работу этих механизмов. Дальше, как разрушать ненужные старые бетонные конструкции, ну вот крупной техникой или даже взрывом. А вот есть невзрывные химические расширители. Их можно закладывать в отверстия, подготовленные каких-нибудь бетонных конструкций, твердых конструкций. И там они расширяются и разрушают эти конструкции. Вот самый популярный расширитель, он чрезвычайно прост. Он изготовлен на основе негашеной извести, так называемой жженой извести, оксид кальция, а также вот такого совершенно базового цемента, который называется Портланд цемент.
Ну и вот еще два примера, как можно разрушать бетон в разных ситуациях, не прибегая к отбойным молоткам. На этом примере вода подается под сверхвысоким давлением, и она действительно удивительно разрушает бетонные конструкции. Можно посмотреть это на видео, а тем более легко убирает вот наросты бетона, допустим, которые мешают дальнейшему процессу стройки. И вот еще примеры, ну, можно сказать, такие клещи, гидравлические клещи, которые сжимают бетон с огромной силой, настолько, что он разрушается, и рабочий довольно легко выламывает целые части бетонной плиты. Вот. И подводя итог этой теме, скажем еще раз, какие преимущества у ускоренного строительства. Прежде всего, мы имеем хорошую надежду в нужные сроки завершить нашу главную миссию – перестроить 800 тысяч квартир в Израиле за 8 лет. Второй очень важный момент – приходится отселять жильцов из тех домов, которые заменяются, перестраиваются. И, конечно же, отселение на 6 месяцев, оно намного менее болезненно, чем отселение на 2-3 года или намного больше, то, что происходит сегодня. Также, если мы хотим перестроить значительную часть города, то при ускоренном строительстве одновременно меньшая часть города перестраивается, одновременно меньше строек ведется, и таким образом жизнь в городе не будет слишком сильно нарушена на этот период. И также меньше страданий жильцов окружающих домов и районов от строительного шума. Кроме того, есть очень важный экономический момент. Для строительства нужно арендовать довольно дорогую технику. Подъемные краны, экскаваторы и так далее. Она стоит очень больших денег. Если эта техника арендуется на полгода, скажем, вместо 2-3 лет, экономия очень большая. А также кредит в банке. Вложение в строительство, оно имеет определенные риски. Строительные подрядчики бывают успешные, бывают менее успешные. И банки могут брать существенный процент по кредиту. Так что эта часть суммы тоже может очень сильно экономиться. Так, Миша, вы закончили? Да-да, все, спасибо большое. Сейчас я даже, может, свою камеру включу. Так, как мы поступим дальше? Будут вопросы или... Мне кажется, было еще два доклада, таких со-докладчика. И, по крайней мере, Михаил Карповский и Аврам Шарнопольский, мне кажется, они ограничены во времени. Может, вы... Ну, давайте, кто из вас первый? Аврам или Михаил Карповский? Я хотел бы выступить сразу, потому что у меня времени нет. Ну, давайте. Спасибо. В дополнение к тому, что было сказано Михаилом Цибулевским, я хочу привести данные государственного контролера Израиля, опубликованные относительно недавно. Так вот, по данным госконтролера, 610 тысяч квартир являются нестойкими к землетрясениям, они будут разрушены. Если даже землетрясения произойдут силой до 6 баллов. Далее. 1800 школ и детских домов тоже не являются стойкими к землетрясениям. Проектом ТАМА. Это проект, который предусматривал ТАМА 38. Проект, который предусматривал защиту зданий от землетрясений. Им охвачено только 14% зданий, подверженных влиянию землетрясения. 5 миллионов, по данным госконтролера, 5 миллионов жителей в результате таких землетрясений могут остаться без крова над головой. Вообще известно, что здания, расположенные на побережье, они более подвержены влиянию влажности. Вот мы даже проверили, об этом говорил Михаил Цибулевский, где-то лет 15 тому назад, здания на юге страны,
где нет такой влажности, и то мы проверили здания, построенные на сваях, на столбах, и оказалось, что арматура в этих столбах проржавела. Эти здания, как правильно сказал Михаил Цибулевский, могут разрушиться даже без землетрясения. Удивляет равнодушие властей ко всем этим данным. Казалось бы, если речь идет о возможных потерях, о которых я говорил, когда 5 миллионов человек могут остаться без крова, должны были бы бить колокола, что называется. Необходимо было бы предпринять самые срочные меры. К сожалению, мы не видим реакции нашего правительства на все данные, опубликованные госконтролёром. Я уже не говорю о том, что есть другие данные, которые были опубликованы в тех или иных статьях в разных источниках средств массовой информации. Это, по сути дела, все, что я хотел сказать. Я очень надеюсь на то, что у нас будет в ближайшее время встреча с бывшим министром строительства Зеевым Элькиным, и мы сумеем обнародовать эту нашу точку зрения по поводу той опасности, которую таит в себе равнодушие властей, и мы выскажем свои предложения по тому, как следовало бы укреплять здание, потому что там и 38, и об этом подтверждают специалисты, не решают основной задачи. Там и 38 не позволяют защитить здание от землетрясения в большинстве случаев. Спасибо. Спасибо, Аврум. Михаил Карповский, пожалуйста. Спасибо. Я хочу немножко сместить акцент. Вот на что. Значит, антисейсмическое укрепление существующих зданий, вот эта знаменитая ТАМА-38, вот, она очень была сложна. Она, хотя ее вроде бы как запретили, но она до сих пор еще работает. Вот, и она сделана без выселения жителей. Учитывая, что разрешение примерно на два этажа надстройки, вот, и высокой, безумно высокой затратности строительства, вот, там 38 официально объявлено закрытый, только официально. Вот. Еще одна вещь. Там 38 подразумевала усиление ослабленных конструкций. Но дело в том, что существующий построенный дом лет 50 назад строился по несколько иным технологиям, и там просто даже обычная стена требовала усиления. Для того, чтобы дом укрепить, недостаточно было по углам поставить мамады. Вот, приходилось, если уж шла серьезным, одевать рубашку, бетонную рубашку на весь дом. В общем, это абсолютно была экономически бесперспективная работа. Фактически ее закрыли не потому, что даже она была сложной, а потому что просто кабланы не хотели браться за это. Вот. А что касается Пинуй-Бинуй программы, ну, это как бы вариант ТАМы, вот, и альтернатива, то Пинуй-Бинуй строился и строится как бы исходя из достаточно давно утвержденных, в основном, из достаточно давно утвержденных градостроительных планов городов. А они были, ну, они не рассчитаны были на сегодняшние реалии. Поэтому если дом был трехэтажным и построили 9 этажей, что, конечно, экономически гораздо выгоднее, чем там и 38, вот, то у города есть потребность в 15 этажах. Вот. То есть необходимо на каждый дом обновлять параметры генплана города.
это довольно сложное дело. А вот новые строительства, просто новое строительство, на, ну, которое поглотило бы программу «Пинуй-бинуй», вот, это нормальная этажность, та, которая нужна городу. Мы не говорим, большая она или маленькая, та, которая нужна городу. Вот. Но она пока делается в Израиле очень замедленными темпами и достаточно некачественно, к сожалению. Значит, и требует уже новых градостроительных решений. Из того, что вы слышали, из того, что говорил Миша Цибулевский, и он вам показал карту сейсмическую, не надо обольщаться зеленым цветом большинства основной территории Израиля на этой карте. Дело в том, что все эти карты – это скорее попытки предвидеть, это скорее статистика того, что происходило, и попытка предвидеть того, что произойдет. Я могу сказать, что если, например, в розовой зоне раз в 100 лет тряхнет 6 баллами, то в зеленой зоне это окажется 5 баллами. А, как вы знаете, по шкале Рихтера опасными землетрясениями является то, что 4,5 балла и более. Вот. То есть, если действительно серьезное землетрясение будет, то оно отзовется по всей стране. Вот. И, ну а что, предположим, да, 600 или 800 тысяч жилых единиц надо перестроить, построить новые для старых жильцов. Параллельно будет строиться что-то для новых жильцов, да, потому что мы уже понимаем, что надо увеличивать количество построенной недвижимости. Вот. А для этого придется завозить принципиально иное количество стройматериалов. Для этого придется привлечь гораздо большее число строительных рабочих, имеющих представление о новых методах строительства. Надо обеспечить бесперебойное проектирование от корректировки градостроительной деятельности вплоть до разработки проектов отдельных зданий. Как это сделать? Как решить эту проблему? Кроме того, надо обучить управлению строительством большое количество инженерно-управленческого персонала. К сожалению, с этой проблемой Израиль сталкивается даже при тех темпах строительства, которые есть. И вот в процессе обсуждений, которое мы начинали с Михаилом и другими, это было примерно 1,5-2 года назад, мы пришли к выводам, что, как ни странно, пришли к тем же выводам, что приходят экономисты, рассуждающие о мерах по снижению цен на жилье в рамках всего Израиля. То есть разговор пошел о беспрецедентном повышении предложений на рынке жилья. То есть вся эта программа беспрецедентно увеличивает рынок жилья. С одной стороны, необходимо укрепить и перестроить огромное количество жилья в кратчайшие сроки, а с другой, эту задачу можно выполнить путем только принципиального подхода и изменения иного подхода градостроительной деятельности, чем это было в Израиле до сих пор. И выполнить это можно при одном условии. Необходимо будет открыть строительный рынок для иностранных компаний, которые привлекут иностранные инвестиции, свои технологии, материалы и специалисты. Они привлекут инвестиции, получат прибыль и заплатят налоги. То есть речь идет о том... Да, что... тише кидали ошибку. Алло. И речь идет о том, что если государство объявит открытые границы,
то на этом пути нас будут ждать, вероятно, нас будут ждать и неожиданности, не всегда приятные. Например, некоторое снижение собираемости налогов. Но в виде преимущества у нас остается огромное, большое количество жилья. Уменьшаются риски разрушений и риски гибели людей. Падение цен на жилье компенсируется большим количеством налогооблагаемого объема недвижимости. Израильские строители научатся работать в условиях конкуренции, которой, к сожалению, сейчас нету, и освоят новые технологии. А государству придется серьезнее отнестись к контролю за строительными работами. Заметим, что в Турции, в городе, близком к очагу вот этого землетрясения, которое произошло недавно, единственном городе, где городские власти строго и не делая никаких уступок инвесторам и строителям, желающим сэкономить на безопасность, не разрушился ни один дом и не погиб ни один человек. В городах вокруг сплошные разрушения, а в этом городе их нет. Уже сейчас в Турции рассуждают о том, что мэра города надо наградить всеми возможными наградами и возвести, так сказать, на пьедестал. Так вот, на новый уровень придется поднимать градостроительное проектирование. Вероятно, надо продумать новую систему расселения даже, которая будет учитывать карту сейсмического районирования. Вслед за инвестиционным бумом, а это произойдет, если открыть и объявить открытыми границы Израиля вот эти вот экономические границы, да, вот, то начнется инвестиционный бум. Потянутся ведущие мировые архитектурные фирмы, как это было в Берлине в конце 80-х или в Москве на рубеже 90-х, 2000-х годов. Выиграют все. Вероятно, конечно, возникнут и возражения. Ну, у кого? У израильских кабланов. С их сверхприбылями, которым не нужна никакая конкуренция, они и так в шоколаде. У правительственных чиновников возникнет, несомненно, нежелание что-нибудь менять. Им ничего не нужно менять и ничто лишнее не отвечать. Но о некоторых политиках я не говорю. Ну и, к слову сказать, полгода назад я прощупывал, так сказать, почву. Я хотел проверить за рубежом, насколько эта программа реальна. Вот. Это было в Болгарии. Я беседовал с близкими к правительству архитекторами. Они, в свою очередь, побеседовали с кем-то дальше. Вот. И интерес был чрезвычайно велик. Мне было сказано, что в случае появления запроса с израильской стороны, болгары организуют встречу с представителями банковского сообщества в течение недели. Речь идет о привлечении. То есть строители будут приходить не на израильские деньги, не на деньги нашего правительства, не на наши с вами налоги, да? Вот, они будут приходить со своими инвестициями, со своими кредитами, выданные им под гарантии своих правительств. Это то, что позволило перестроить очень быстро Берлин в свое время. Вот. И, то есть речь идет о том, что нам не придется вкладывать огромные свои собственные средства в это дело. Другое дело, что я повторяю, тут надо очень продуманно поступать с налогами и сделать так, чтобы это не очень ударило по нашей экономике, потому что налоги от недвижимости в Израиле являются одним из основных источников налогов, которые идут на социальные нужды. Ну вот, на этом я, как бы, так сказать, закончу.
Вот у меня, я прошу прощения, у меня есть полчаса примерно, если есть у кого-то вопросы, то вот я вас жду. Я человек со стороны, я наслушался, устаршился, и остается вопрос, что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Ну, я не могу говорить, я не могу организовывать ничего. Что мне делать? Простому человеку, который слушает вас. Ну, я могу сказать, что, очевидно, нам надо, вот то, о чем говорил Аврум Чернопольский, нам надо обращаться куда-то в район, не освоенный нами, в район политиков, правительство и все прочее. Надо, я думаю, что сейчас, глядя на Турцию, легче будет пробивать какие-то вещи. Вот. Хотя я не очень рассчитываю на нынешнее правительство, но тем не менее. Но что вот... мне делать лично? Мне лично, я это не умею делать ничего. Не свергать правительство, не ставить новые, ни законы вводить. Что мне делать? На Бога надеяться. Это я делаю. Сделать тревожный чемоданчик, как делают в Украине. Тревожный чемоданчик, который вы схватите и выскочите на улицу, на свободное место от всех. Во всяком случае, рекомендации. Тем, чтобы они подняли этот вопрос перед соответствующими министерствами. Прежде всего, в местные органы власти. Очень просим по очереди, пожалуйста. Таня, кто следующий, пожалуйста? Так, первый вопрос у нас, как всегда, Цивьян Леонид. Леня, будьте очень кратки. Я всегда делаю, у меня хроническая болезнь быть кратким. Если считать, что в Израиле три напасти. Террор, затем землетрясение, а я иерусалимец и 40 лет живу в стране. И третье, ментальность израильского общества. Мой вопрос заключается в следующем. Ко всем выступающим лекторам, любому из них, можно ли сделать так, чтобы было создано лобби, которое при знаменитых словах «СОС» могло в какой-то степени психологически допустить то, чего нужно было бы избежать, чтобы не была израильская Турция. И последняя небольшая деталь для ясности. Дети многих из слушателей живут за границей, в том числе и у меня, и я перестрахован. А жизнь мне уже 85 лет. На Бога надейся, но сам не плашай. Ментальность лишая израильского общества, возможно ли каким-то путем изменить? Иначе нам всем крышка, а когда, это неизвестно. Мне кажется, если можно. Тут, хорошо сосредоточиться на самом узком звене, где... нужно принять решение, требующее относительно маленьких усилий. Дело в том, что конкурсы на застройки, они объявляются руководством городов. И они заинтересованы в том, чтобы на конкурсы, может, и иностранные фирмы пришли. Нужно не деньги, не финансы, ничто. Только принципиальное... решение на уровне, может быть, сначала комиссии Кнессета или министра строительства о том, чтобы дать разрешение иностранным фирмам участвовать в конкурсах на застройку. Дальше уже пойдут следующие шаги, потому что эти фирмы должны будут зарегистрироваться, доказать свою компетентность и так далее. А крупнейшие международные фирмы, они это умеют делать. Они строят во многих странах. У них этот процесс налажен. То есть лоббировать нам надо одну конкретную вещь, чтобы Кнессет и правительство разрешили участие иностранных строительных фирм. И главная мотивация – то, что в Израиле всегда было на высоком месте – спасение жизней.
Вот и все. Может, лоббировать надо конкретно эту тему. А дальше уже все остальные пристроятся к ней. Спасибо, Миша. Спасибо, Борис. У нас есть соучастники этого доклада. И Владимир Файнберг, вы хотите сейчас задать свои вопросы, которые вы написали в чате? Многие из них, спасибо, многие из них уже отвечены по ходу. Главный вопрос, какие структуры в Израиле агрессивно против? Кто из них реально потеряет? Потому что это кажется, что всем выгодно, но в самом деле есть большое количество структур, которые связаны с друг другом, и они будут, несмотря на ценность жизни, им для этих структур это не отдельные личности, это целые структуры. Они будут агрессивно против. И если мы будем не будем это освещать и не будем прямо это говорить, шансы наши на успех довольно маленькие. А работа, которую я соучастник, надо прямо сказать, очень минимальная. Я очень мало принимал участие. Но работа, которая проведена к группой, очень существенная, очень здорово. И она четко показала, что технической стороны все возможно и легко, и намного быстрее, чем даже нужно, возможно. Но дело не только, к сожалению, техническая сторона намного меньше, чем все остальные. Спасибо, если кто-то может ответить на эти вопросы, не обязательно из докладчиков, а из публики тоже. Спасибо. Из публики Семен ответит на все, когда дадут слово. Борис, я могу ответить? Да, пожалуйста. Конечно, конечно. Я хочу сказать, я уже об этом говорил, да, но самое, кто будет сопротивляться, это строительное лобби. Строители, особенно те, которые занимаются, так сказать, массовым большим строительством, да, вот, им конкуренты не нужны. Вообще не нужны конкуренты, никоим образом. Это понятно, что внутренняя конкуренция для них как бы, так сказать, противопоказана. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь речь идет о том, что у государства нет такого вала денег, чтобы одновременно начать такое огромное количество строек. Просто нету. Поэтому проблема инвестиций тут очень важна. Вот. И привлечь инвестиции иностранные было бы очень здорово. Вот. Причем вы же поймите, что эти, значит, иностранные строительные компании, пришедшие сюда, да, она будет платить налоги за, так же, как и платят строительные компании, так сказать, израильские. Вот. То есть это не совсем провал все-таки, да, такой будет налоговый. Вот. Но тем не менее, какие-то такие сложности. Я не экономист, и, к сожалению, сейчас не могу вам ответить, но я занимался в 2012 году расширением Москвы, вот, в два раза. Вот, и экономист, работал немножко с экономистами. Вот. Это, конечно, было бы интересно посчитать, сколько нужно. Сколько нужно компаний, сколько нужно денег. Вот. И главное, что это ведь решило бы очень много вопросов, связанных с повышением, так сказать, неоправданным, совершенно раздутым раздутым пузырем цен на недвижимость в Израиле. Да? Вот. И это помогло бы вообще в экономике израильской, по-моему, очень, когда понижение цен очень бы активизировало рынок, вот, и активизировало рынок недвижимости, и вслед за ним активизируется автоматически весь рынок. Вот, так что, технические вопросы решить можно, это в общем. Я хотел бы добавить несколько слов к тому, что сказал Михаил Карповский. Главным противником привлечения в Израиль иностранных строительных компаний
является объединение строительных подрядчиков. Второе. Строительные подрядчики имеют огромное влияние на КНЕСС, на депутатов КНЕССа. Известно, что лобби этих подрядчиков очень сильно. Кроме того, и в моем последнем разговоре с бывшим министром Зоем Мелькиным, когда я ему посетовал на то, что почему-то Министерство строительства не может навязывать строительным подрядчикам использование новых технологий, он мне ответил: ну что поделаешь, такова жизнь. Вот, вот вам ответ на эти вопросы. И я добавлю, с вашего позволения, еще одну вещь. Я так подозреваю, ну, по очень многим разговорам и данным моим, да, что больше половины КНЕССа, депутатов КНЕССа, живут на доходы от аренды жилья. Ну, так же, как и вообще многие в Израиле. Они не заинтересованы в снижении цен. То есть принципиально не заинтересованы. Вот все, кто в Израиле живет на доходы от там, 2-3 квартир, которые они, так сказать, имеют, и они это сдают, особенно сейчас, когда цены на жилье возросли просто как до каких-то совершенно немыслимых размеров, в общем, на аренду жилья, вот, то я думаю, что это все те, кто будет против. Я хотел бы переключить в такое более конструктивное русло. Дело в том, давайте, что есть ряд городов, как Бейшан, Малот, Арад и так далее, где жилье дешевое, и как первый пробный камень правительство и КНЕСС могли бы разрешить строительство там, потому что там как раз, чтобы перестраивать, государство должно свои деньги вложить, потому что кабланам это невыгодно. И они не будут сильно драться за эти места, а прецедент будет создан. И таким образом может удастся сделать прорыв. Кроме того, хотел еще слово сказать. У нас и присутствует Барух Ермолинский, который является одним из участников нашей группы, один из крупнейших экспертов в Израиле в сейсмическом укреплении зданий. На каком-то этапе, я думаю, что ему тоже стоит дать слово. Спасибо, Михаил. А может быть, кто-то из участников доклада хочет сам добавить что-то? Тот же Барух. Вы хотите выступить? Барух, микрофон у вас выключен. Что-то у Баруха с микрофоном, видно, придется ему поработать. Я не соучастник, но хотел бы выступить. Я жду вашего, так сказать. Подождите немножечко, ваша вот очередь подойдет. Вот, следующий у нас Что? Сейчас слышно? Да, Барух. Да, да. Да. Сейчас слышно, да. Значит, смотрите, я занимаюсь реальным усилением домов вот в том же Бет-Шаане, Твери и в других городах. Я знаю, значит, экономику этого дела, и, как говорится, проблема мне видна, так сказать, как бы вот могу рассказать более реально, что происходит и сколько это стоит. Меня слышно, да? Да-да. Да, смотрите, значит, вот мы сделали, значит, вот где-то 20 домов усилили в Твери, в Бет-Шаане, вот это вот мои проекты, причем разными там методами. Смотрите, само усиление в таком месте, как Твери, что это сейсмически самая такая зона существенная, самая такая, значит, более мощное землетрясение там ожидается. Это примерно от 40 до 50 тысяч шекелей за квартиру. Это стоимость реального усиления. Но поскольку эти дома еще были как бы очень в плохом состоянии, и социоэкономический уровень людей был очень низкий, они запустили это. Это стоило еще дополнительных где-то 30-40 тысяч
чтобы привести это в порядок, потому что этим занимается Мисрад ха-Шикун, Министерство строительства, и они, если они заходят куда-то, они хотят сделать дом до конца, и поэтому реальная стоимость в данном месте, так сказать, я не говорю, что она должна быть в любом месте такая же, она примерно соответствует 90 тысяч шекелей за квартиру. Это вот то, что мы делали. Причем это усиление было сделано мной и, так сказать, совместно с цевитом инженеров и архитектором. Вот это вот реальная цена. Теперь, если мы говорим про Тель-Авив, где дома, так сказать, в большей части они в хорошем состоянии, не нужно там много вкладывать, то цена может быть там порядка 30 тысяч шекелей за квартиру. Смотрите, это реальная цена, чтобы привести дом в порядок и чтобы прожить до 100 лет дома и своих 100 лет спокойно, без землетрясений, без того, чтобы быть зажатым между перекрытием и полом. Это цена вопроса. Потому что дома существуют где-то 100-120 лет, особенно те, которые построены у нас, 60 лет, они построены, так сказать, любой дом построен с ограниченным сроком. Все ограничено. И вопрос в том, как мы проживем эти ближайшие 40 лет, когда дома эти уже не только будут изношены морально они уже сейчас изношены, но и физически. Вот. То есть это цена вопроса. Что такое 30-40 тысяч шекелей? Это примерно 1-1,5 или 2% от стоимости данного нехеса, понимаете? Это как будто бы большая сумма, но по отношению к стоимости самого нехеса это не существенная сумма. И вполне она реальна для того, чтобы обычный человек ее потратил, чтобы жить спокойно. Конечно, много людей, которые не могут ее потратить, нет таких денег и нет возможности, тогда таким людям нужно помочь. Но подавляющее большинство людей могут это сделать. Но вопрос в том, что они могут, но не хотят. И эти вещи, так сказать, как бы известны для тех, кто интересуется. Вот это цена вопроса. Я не знаю, как там насчет привлечения международных фирм. Вопрос этот мне выглядит гораздо проще и реально, потому что я занимаюсь реальной деятельностью. И поэтому все вопросы решимы. Но у нас есть ментальная проблема, серьезная ментальная проблема. И наши граждане не только не склонны усиливать здания от землетрясения, они даже не склонны делать то, что им указывает отделы опасных зданий. Когда им говорят, что здание опасно, надо усилить колонны, без всякой связи землетрясения желающих на это нет. И я работаю не только как инженер-конструктор, я работаю еще и в области опасных зданий в ряде городов. Я прихожу и говорю людям, смотрите, встречаюсь с водобайтом, говорю, что вот смотрите, надо усилить дома. И там, значит, мне водобайт в одном из домов сказал очень ярко, так сказать, хоть стреляй меня, убивай, ничего никто не будет делать. Вот. То есть вот такое положение. Положение очень патовое. Я уже про землетрясение не говорю. Я говорю про то, что могут дома упасть вне всякой связи землетрясения, к сожалению. Когда я прихожу, проверяю дом и по вызову, что вот там опасно, тут что-то падает, там что-то треснуло, я прихожу, составляю отчет, дох. Я выхожу на улицу, смотрю, напротив меня такой же дом. Никто об нем ничто не сообщил, он в таком же состоянии. Слева такой же дом и справа такой же дом. То есть все упущено настолько, что слов нет. Вопросы, которые я задаю, они не в плоскости международной политики, привлечения там каких-то... Здесь нет у нас желания, намерения
И вот наш вот такой вот скупой менталитет. Мы ничего не хотим. Мы ничего не хотим из кармана. Даже горе оно огнем, и даже если будет падать колонна и все прочее. Вот это вот то, что я вижу реально. А вопросы, если есть желание, это можно сделать. Опять-таки, 30 тысяч – это 1%. Когда берете адвоката для того, чтобы купить квартиру, тоже платите 1-1.5%. Так вот, этот 1 или 1.5% – это то, что нужно, чтобы дожить свои 120 лет и 120 лет этого дома. Я еще прибавил 20 лет к 100 по еврейской традиции. Вот это вот положение, оно вот такое мне представляется, потому что я этим занимаюсь реально. Вот. Вот так вот, вот такое вот у меня выступление. Спасибо большое. Большое спасибо, да. Я хотел бы добавить, если можно, к тому, что сказал Барух. Он абсолютно прав, что касается нашего менталитета. Но в нашем менталитете есть еще одна вещь. Если мне скажут, что, вы знаете, вам не надо ничего платить, вы нас только пустите, мы сами все сделаем. Вот. Почему нужны иностранные инвестиции? Да? Чтобы пришли и сказали, мы сами все сделаем, ребята, не надо платить ничего, вы не должны платить. Вот. Вы должны нам только разрешить построить. И заодно мы и вам сделаем. Вот. И расчет только на другую часть менталитета. Спасибо. Спросить можно, Баруха? Подождите минуточку. Сейчас моя очередь. Вопрос ему. У меня моя очередь, извините. Извините. Сейчас Михаил Козлов, пожалуйста. А, извините. Потом вы. Так, можно мне? Да, пожалуйста. Короткий вопрос. Да, у меня три коротких достаточно вопроса. Так. Значит, ну, первый связан вот с чем. Так. На проводившейся экспертно-консалтинговой ассоциации, значит, ученых и специалистов в мозговых штурмах, да, по четвергам. Вчера было высказано такое предположение. Так, значит, поддержать решение министра строительства, нынешнего министра строительства, так, о запрете нового строительства в Хайфе. Это он связывает с загрязнением, значит, в Хайфе. Так, но поскольку вот и Михаил Цибулевский, да, у меня вопрос, все три вопроса к Михаилу Цибулевскому. Так? Михаил Цибулевский показывал карту, так, там зеленая, значит, желтая, красная зона. Так? Но я более серьезно отношусь к этим зонам. Так? И вчера у нас выступал, значит, профессор-геофизик Лев Эппельбаум, так, который это тоже подчеркивал. Поэтому не надо вот так вот спокойно относиться, что зеленая зона – это то же самое, что красное, но чуть-чуть. Так? Да, так вот, значит, по этой карте, если надо, я могу показать ее в большем масштабе, эту карту. Так? Вопрос, если пожалуйста. Мне позвонят, да? Значит, там Хайфа находится в опасной зоне. В опасной зоне, так? Поэтому у нас предложение вообще приостановить там строительство, так? Приостановить. И со временем, значит, так, расселять, значит, эту территорию, расселять. Значит, и вот у нас выступал, значит, Меламед, так, с очень интересным предложением. Значит. Миша, дорогой, вы, пожалуйста, задайте вопрос. А, да, да, значит, связан с Кирьят, ну, да. Цибулевский вчера был, поэтому... Яхая. Да, вопрос такой, как он относится к этому предложению о приостановке, значит, строительства и расселения Хайфа, значит, так, в другие более, значит, удобные сейсмические зоны. Это первый вопрос. Михаил, можно по частям? Спасибо вам огромное за первый вопрос, но я вам должен сказать, что Барух Ермолинский, он участник проекта перестройки целого района в Хайфе, поэтому уже намного лучше меня он знает обстановку, вот я, с вашего позволения, перепасовываю ему мяч тут же, а может потом следующие вопросы. Вот этот, как этот район называется, который... Кирьят-Ям. Барух Ермолинский. Шар-Алия Митхам Мансфельд, то, что я делаю. Да-да, вот. Расскажите, это важные подробности, вы, может, владеете намного лучше.
рассказать про Мансфельд, что там происходит. Сейчас там происходит, собственно говоря, Тахнит Бинуй Арим, то, что называется. И я даю консультацию по поводу вот модернизации данного места. Вот. И то, что вот сейчас решили сделать с этим районом. Во-первых, это как бы известный израильский архитектор Мансфельд, который запроектировал в конце 70-х годов этот митхам, это микрорайончик внутри самого этого Шара Илия. Вот. Он это сделал, было очень интересно, вот вы, Михаил, можете проехать туда, посмотреть, что, как оно выглядит. Вот. И там решили сделать, вот, пошли именно по тому варианту, который я предложил, то есть сделать сейсмическую модернизацию с учетом вот архитектурных особенностей, с учетом по-русски с учетом вот Шимура, с учетом того, что сохранение окружающей среды. Нет, не окружающей среды, а сохранение вот архитектурного облика. Архитектурного облика будет соблюден. При этом будут усилены дома, соблюден архитектурный облик, и построены там будут мамаки, то есть вот эти защитные сооружения на случай войны в тылу, потому что там нет, к сожалению, таких вот... Там есть там миклад, но миклад по нынешней концепции, он не позволяет быстро эвакуироваться. Так вот, строительство мамака, которое будет идти поэтажно, вот, делать мамады в концепции, так сказать, исторической, как говорит, сохранение исторической среды не получится, но будет сделано сооружение такое, которое не будет выделяться в виде такой вот стояка этих мамаков и, значит, усиление домов. Вот, и вот полная, значит, реставрация, так сказать, его архитектурного облика, который создал вот архитектор Мансфельд в Хайфе. Вот я знаю, как говорится, по этому реальному. Конечно, что я могу сказать? Как же финансово? Это же нужно Как же финансово? Нужно что-то расширенно построить и продать, чтобы деньги получить? Или город? Ну вот они делают разные, так сказать, значит, по всей видимости, нашли какую-то комбинацию, которая позволит эти вещи, значит, компенсировать, я думаю. Вот. Но жильцы недовольны, жильцы хотят новое разрушить и построить, это понятно. Вот. Но... архитекторы, там, которые участвуют в этом проекте, в том числе этот профессор Натаньяу, вот, и другие, вот, они учились у Мансфельда, и моя жена тоже архитектор, она училась у Мансфельда. Все, значит, в партии Мансфельда, и все хотят сохранить это его наследие, его архитектуру. Вот, у жильцов по жизни есть другие, наверное, планы, или, так сказать, но вот это вот то, на чем это находится. Спасибо, Барух, спасибо. Да, второй вопрос у меня. Так. Давайте по очереди, у всех вторые вопросы есть. Нет, только у меня коротенькие вопросы, быстренькие. Пожалуйста, коротенькие, задавайте. Очень коротенькие. Пожалуйста, совсем коротко, так, много времени занимает. Михаил, как специалисту по оптимизации, так, у меня вопрос по многопараметрической оптимизации для жилья. Так? Значит, какая этажность оптимальна вот для условий Израиля? Ну это у нас обсуждался на нашей группе вопрос домов башен, которые 30-этажные. Сейчас мода на них под мотивацией того, что Израиль плотно населен. Но все еще Израиль не Нью-Йорк по плотности населения. А даже если взять Лондон, то там все еще основная масса людей живет в домах там до 3-4 этажей. 30-этажные башни
человек должен приготовиться. Так какой оптимальный? Приготовиться, оптимальный. Только одно слово скажу. Приготовиться платить 1500 шекелей в месяц за то, что платят на уборку подъездов в других домах. Поэтому оптимум, он, видимо, намного ниже. Только единственное, что могу сказать, если бы можно было застроить Израиль домами до 8-9 этажей, может, это даже лучше всего было бы, потому что там один лифт и на лифт... То есть до 8 этажей, давай коротенько, потому что нас же другие ждут. Так? Тогда у меня третий вопрос. Так? Значит, вот как ты смотришь на то, чтобы... Значит, осваивать территориальное море, так, значит, на искусственных островах создавать жилье, это примерно одна десятая, если переносить туда жилье, значит, так, то это примерно одна десятая это площади будет. Так. Туда, кстати, понятно. Можно переносить и то загрязняющее предприятие из Хайфы, порт туда переносить. Так, вопрос далее. Ясен, Михаил, все, вопрос, пожалуйста, дайте ответить. Ну да, это и я, может, больше даже Михаил Карповский. Моя мечта даже не, Михаил Козлов знает, это даже не массивное сооружение в море, которое требует большого количества бетона и чего-то другого для основы. А вот сейчас я перечитываю «Капитана Немо». Плавучие дома, видимо, это будущее, потому что они-то и от землетрясений, и даже от атомных взрывов защищены. Те дома, которые могут погружаться там на 10-20 метров при необходимости. Но это вне нашей темы, конечно. Ну, хорошо, спасибо, Миша, большое. Вы любезно пригласили на меня сегодня, так, Михаил, сегодня на этот семинар. Так, я приглашаю вас в четверг всех, так, на мозговой штурм, который будет посвящен сейсмичности зданий. Значит, у нас на нашем мозговом штурме. Пожалуйста. Спасибо, Михаил. Следующий, Тамара, пожалуйста. Спасибо. У меня вопрос короткий. Есть ли в группе, которая сегодня нам рассказывает о своих достижениях, кто-нибудь, кто занимается юридической стороной вопроса? Потому что, извините, господа, но вы рассуждаете о пинуй-бинуй, о переселить, расселить и так далее, как будто это пустые территории. По моему опыту известно, личному опыту и опыту моих друзей, что основное время в проектах, которые даже потом выходят, так сказать, БПУАЛЬ, занимает время, когда жильцы должны договориться между собой, чтобы обратиться с помощью там, какого-то комитета, в городской комитет, чтобы начать этот процесс. На то, чтобы договориться, будет плюс 5 метров или 15 метров, уходит от 5 до 15 лет. Поэтому приглашать иностранные компании, которые придут и скажут, ну давайте, ребята, будем работать. Они приходят в дом перестраивать, он говорит, извините, мы не договорились, чего мы хотим. Потому что то, о чем вы говорите, о перестройке, это частная собственность в основном. Поэтому, как мне кажется, было бы разумно исследовать юридическую сторону вопроса, а именно... Может ли правительство или, я не знаю, какие-то другие структуры, суд, составить правила, по которым не может 5 жильцов в доме держать остальных 50 и так далее. Вот это вопрос. То есть занимается... Понятно, кто-то... понятно. Да? Спасибо. Я бы ответил одной фразой и перепасовал Михаилу Карпову. Но только одну фразу скажу. Значит, правительство очень облегчило эту тему с тем, что снизило до 66%. Требования к количеству жильцов, которые согласятся. А дальше Михаил Карповский, у него огромный опыт, по-моему, и в Москве, и так далее. Вы знаете, я хочу здесь вмешаться. У нас опыт непосредственно сейчас. 85 квартир договорились за полгода, Тамара. За полгода. Вам просто очень повезло, да. Разумные люди. Это все зависит от состояния дома. И от, можно сказать, водобайта. Спасибо. Следующий вопрос Богомольный. Ефим Богомольный. По ладошкам или по каким-то другим критериям? Я записываю это все. Так вот запишите, Ройтман. Хорошо, Ройтман, пожалуйста, пока нет Ефима, пожалуйста, ваша очередь. Значит, уважаемые дамы и господа, вчера я рассказал, я жалею, что Михаила Карповского не было, он бы сегодня бы знал бы немножко вопрос по-другому.
Поэтому я хочу быстренько пробежаться. Цибулевский. В Германии машины подъезжают к дому, который... Дают вопросы, а не дискуссии. У меня не будет времени на дискуссии. Я скажу быстро по ошибкам. Значит, и машина разрушает здание. Тут же стоит машина, которая измельчает и отвозит прямо на завод, который производит вторичный продукт. Первое. Второе. Господин Барух, вы с арифметикой дружите или нет? Я спрашиваю, почему? Потому что 30 тысяч... Это некорректный вопрос, Семен. Нет, это очень корректно. Это не 1%, это 10%, а то и больше от суммы. Посчитайте, пожалуйста. Это во-первых. Во-вторых, значит, кто-то тут был, ой, я его не вижу, спрашивал, что делать мне. Значит, страховаться. Так как у нас сегодня поставлено, у нас осталось только одно – страховаться. Теперь, по поводу укрепления зданий. Значит, вы занимаетесь вопросом в очень тяжелой зоне. Я имею в виду вот эту вот нижнюю часть Хайфы. Она плавучая. Там больше угрожает сейчас не землетрясение, а именно плавучесть почвы. Я лично участвовал в усилении здания методом стяжек с тростом. Я вчера все рассказывал. Сожалею, что вас не было там. Вот. И, но тем не менее, остальные здания продолжают расходиться. Все, что было достроено, все потихонечку отходит от здания. Их все нужно стягивать. Приходишь к жильцам, они говорят, а нам это не нужно. То есть они не ощущают опасности от того, что происходит. Теперь госпожа Татьяна, да, вас или Тамара, как вас зовут? Тамара выступала. Тамара, да, Тамара. Сегодня на столе есть все. Если 2-3 семьи против, на них Ватбайт от имени жильцов подает в суд иск, и они очень здорово заплатят за свое сопротивление. Но этим нужно заниматься. И последний момент, который есть только одно решение на сегодня. Два решения. Первое – это через Амутот и строители. На этот счет есть документы. Второй путь, которым я уже 10 лет толдычу, перейти на строительство с применением контейнерных технологий, чем я владею от и до. Этот метод, эта технология позволяет в 10 раз ускорить строительство. 10, и никто им не владеет. Поэтому с организационной стороны Амута, с технологической стороны контейнеры. Только вы не думаете, что эти дома будут выглядеть как контейнеры. Снаружи будут точно как эти самые обыкновенные дома. Но они сейсмоустойчивы. Вот в чем дело. Потому что вчера, когда Меломед рассказывал о том, что было в Кирьят-Яме, он говорил, что они применили американскую технологию, поставили металлические эти... Боже мой, конструкции. То есть здание пристраивалось внутри конструкции, а не как-то иначе. И такое здание действительно устоит и так далее. Гораздо проще использовать готовые эти самые контейнеры. У меня есть всем ответы, всем, кто здесь задавал вопросы, у меня есть ответы, но, пожалуйста, или в другое время, или, так сказать, все равно ничего не будет. Нужно строить на новом месте. Все, понятно, спасибо. Угу. Да, Борис. Следующий вопрос. Ефим Богомольный, пожалуйста. Я хотел спросить уточнить по поводу подземной инфраструктуры. То есть учитывается при этих вопросах, при обсуждении, и как она чувствительно к землетрясениям. Наша подземная инфраструктура – это газ, это вода, это хашмаль, это все. Я могу сказать на это, что при землетрясении все это, конечно, рушится. И возможность большого укрепления этого, к сожалению, но она не существует. Приходится
в большей степени, понимаете, если это брать при несильных землетрясениях коммуникации брать в каналы, вот, то это возможно, конечно, сохранить, вот, но, опять же, это очень дорого. Это переделывать, принципиально переделывать инфраструктуру во многих городах. Вот. То есть для подземной, видимо, другая будет карта, да, более расширенная. Конечно, конечно. Вот, она будет более, ну, есть опыт, так сказать, когда подземные коммуникации проходят в железобетонных каналах. Причем иногда весьма даже, так сказать, серьезно. Вот, я не знаю, мой опыт в Израиле слишком маленький, вот, но вот в России, например, я делал даже такие каналы, такой, знаете, типа метро, вот, по размерам для прокладки коммуникаций. Мне кажется, опыт Калифорнии, с одной стороны, ну, Японии, само собой, а с другой стороны, вот говорилось о городе в Турции, который устоял. Да. Кто-то, наверное, захочет проверить, как там и эта сторона. Я думаю, вы ответили на вопрос, как могли. Кто следующий, Таня? Спасибо. Леонид Деневич, пожалуйста. Леонид, включи. Профессор Деневич, пожалуйста. Он, видимо, отошел. Кто следующий? Следующий Леонид Цивьян. Последний вопрос. Тоже нет. Нет, я есть, я всегда есть. Я хочу задать один маленький вопрос. Неужели никто из присутствующих не понимает, а пусть мне докладчики ответят, что подрядчики субсидируют партии и членов Кнессета в зависимости от ориентации политической, именно кроме тех причин, которые вы установили, так сказать, основное это именно политическая загвоздка во всех экономических и разумных и мудрых проектах строителей, в том числе русскоязычных специалистов. Поэтому лоббирование, а это уже другой вопрос и другого семинара, предопределит принятие закона или подзаконных актов, в том числе в Министерстве строительства и в Министерстве главы правительства, которые дадут возможность выполнять обещания по строительству массовому. Огромное спасибо к качеству сегодняшнего семинара. Спасибо, Леонид. Спасибо. У меня короткий ответ. Как узкое такое место для прорыва, сделать пилот в Твери, Цвати, Бейчане и нескольких других дешевых городах, где строительное лобби не будет сильно протестовать, и это сэкономит государственные средства, потому что сегодня государство должно субсидировать перестройку в этих районах. Ну, а если начнется опыт положительный, там уже останавливать будет труднее. Мне кажется, то, что Миша предлагает, очень-очень здорово. Потому спасибо что большое. Усилия ни к чему не приведут. А вот такие усилия, может быть, и приведут. Спасибо, Владимир. Кто спасибо. Следующий, Тань? Следующий Александр Селищев. Включите микрофон, пожалуйста, Александр. Значит, я как проектировщик свою должен высказать позицию. Значит, первое, вот один из вопросов был о коммуникации. Очень серьезный вопрос. У меня и параллельный вопрос по подвальным помещениям и по внутреннему каркасу зданий, которые некоторые предлагают восстанавливать путами или как-то иначе. Значит, два эти вопроса взаимосвязаны. Почему? Потому что основополагающим здесь является исследование грунтов. Мы прекрасно умеем
ремонтировать здание выше нуля, выше отметки, как нам кажется. Но мы совершенно не видим, что у нас под ногами. Я не хочу сказать с такой наивностью, что есть люди, есть организации, которые этим занимаются. Я со своей позиции могу сказать, что нет таких не людей, нет таких организаций, которые пытаются выяснить, а что же за здание, которое мы стараемся надстроить. Максимум, что сделаем, это по контуру пройдем, там забьем какие-то дополнительные связи. Внутри существует масса всяких свайных оснований, каких-то полуподземных сооружений. Александр, простите, вы хотели задать вопрос, правда? Да, значит, вопрос такой. Кто будет заниматься этими проблемами в целом по восстанавливаемым зданиям? И второе. Основное тут не от нас зависит, а зависит от уровня готовности государства решать эти проблемы. Государство никак не участвует в этих проблемах. Оно со стороны наблюдает, когда все это рухнет, когда не надо будет вообще заново извините, создавать какие-то структуры. Но Марух Кермалинский, он участвует в реальном строительстве в Израиле. Он, наверное, прежде всего ответит, если ставится новое здание, достаточно ли основательно проводится проверка грунтов. Я подозреваю, что да, но Марух знает уж конкретно ситуацию. Александр, спасибо за вопрос. Спасибо большое. Марух слышит нас? Да, я слышу, я с вами. Ответить на вопрос, да? Ну да, я думаю, что вы знаете, если новый дом строится, надежно ли проверяются грунты, и, соответственно, если идет пинуй-бинуй. Я, так сказать, понимаю, что ключевое слово надежное. Смотрите, делаются геологические изыскания на каждый дом, это полагается. Но вы задали вопрос более существенный, мне кажется, надежно. Вот. Понимаете, в чем дело? Что разница между того, как проверяют вообще дом, значит, в муниципалитете у нас и, вот, скажем, в Соединенных Штатах Америки он существенно отличается. Когда строится любой дом в Америке, то, значит, сначала делаются расчеты, посылаются в муниципалитет. После этого муниципалитет, значит, назначает референта, инженера, из, так сказать, проверщиков, и есть там, как говорится, лига этих проверщиков, и они проверяют этот расчет и дают замечания, вот здесь поправь, происходит дискуссия, устанавливается, значит, проверка, причем речь идет о любом здании, неважно, так сказать, понятно, что здание общественное, многоэтажное, оно проверяется более тщательно, но Ирия имеет деньги и возможности это все проверить. Дальше инженер делает проект и тоже посылает его в Ирию, в муниципалитет. И там тоже проверяют. И говорят, что вот господин Смит, вот тут эта балка, значит, не того сечения, тут надо увеличить арматуру или уменьшить, или что. То есть дается замечание. Это второй этап. Третий этап в Соединенных Штатах Америки. И когда начинается строительство, перед заливкой бетона и при установке важных конструктивных элементов приходит тот же референт из муниципалитета и проверяет это. Вот. Это все, что у нас нет. У нас получает муниципалитет статический расчет и ставит его в ящик, и все. Больше его никого не интересует. Дальше инженер сам проверяет, и никого не интересует в Ирие, что там происходит на самом деле. Но проблема заключается в том, что подрядчик, он является заказчиком у того же инженера. И начинается давление. Ты, говорит, много арматуры ставишь. Ты убери эту арматуру, ты не делай так, как нужно. И получается так, что на инженера оказывается
так сказать, давление психологическое, и не только психологическое, а экономическое давление. Понятно, что инженером, который соблюдает все нормы, никто работать не будет. Вот. И верье это не проверяют, и все. Это вот то, что происходит у нас насчет надежности, о которой вы говорите. То есть у нас никто не следит. Но есть вещи, которые, да, следят, когда ИРИЯ является сама заказчиком. Вот, допустим, общественные здания там, от НАСА, которые я проектирую, я, так сказать, есть референт, и он проверяет то, что там есть на самом деле. Это есть. Но все остальные гражданские и жилые здания, и инженерные сооружения никто никогда не проверяет. То есть я проверяю только тогда, когда она является сама заказчиком. Вот. То есть вот, вот такая картина мира открывается, что вот как у нас, как у них. У них есть больше возможностей. Каждый проект проверяется тщательным образом, и практически инженер-конструктор не ходит на заливку и дает разрешение на каждую заливку, как у нас, потому что ИРИЯ берет на себя функцию. И попробуй, если каблан делает что-то не так, попробуй сказать нет. У нас это не так. И вот такая система, вот вам разница между нами и другими странами, так сказать, которые находятся в сейсмической зоне и которые проверяют все, что здесь. Я думаю, что там проверяют не только из-за сейсмической зоны, а проверяют вообще, потому что хотят убедиться в том, что сделано. В тех зданиях, спасибо, которые сейчас упали в Турции, и вот то, что мне, значит, я общался вот с офицерами, которые работали там. Смотрите, стоит девятиэтажный дом, стоит колонна, никаких ядер жесткости нет, никаких стен жесткости нет, ничего нет. Конечно, это все упадет. Если вы это делаете таким образом, у здания, у которого рамная система и имеет 9 этажей, и нет никаких ядер, никаких шансов нет устоять у землетрясения. Не только такое, но даже меньше от этого. Вот это вот то, что происходит. Я надеюсь, что я ответил на вопрос о надежности. Барух, пока вы здесь, я задам вам вопрос из чата. Ефим Богомольный спрашивает. Есть ли какой-то срок жизни зданий, срок коммуникации 100 лет? Срок коммуникации под землей 100 лет. Спасибо, отвечайте, пожалуйста. Да, я работаю в этой области тоже. Вот, и смотрите, меняют коммуникации, меняют каждые 30-40 лет. То есть тут, так сказать, там вопрос измеряется не сотни лет, а гораздо меньше. При этом я хочу вам сказать, что значит, в Европе существует, и в Амстердаме, и в других городах существуют дома, которым и по 500 лет, просто в них вкладывают деньги, чтобы продолжить их существование. Вот. Наши дома, в котором никто не хочет платить ни за что, никто не смотрит... Алло? Да-да, пожалуйста. Никто не смотрит за их содержание, никто не хочет заниматься этим, то у нас эти дома, они уйдут гораздо раньше, так сказать. То есть 100 лет – это их максимальный срок, к сожалению. И поэтому эти 100 лет надо, так сказать, прожить без катастроф и трагедий. Это вот та идея, которую вот осуществляет Министерство строительства на небольших, так сказать, не в большом объеме. Вот. А остальная часть населения к этому не готова. Она не готова потратить 30-40 тысяч. Кстати, если вы разделите 40 тысяч на 2,5 миллиона, то по арифметике получается 1,6%. То, что я и сказал. Откуда 10, я не знаю, как там насчет этого. Понятно, спасибо большое. По первому вопросу еще Феликс, пожалуйста. Феликс. У меня есть вопрос, на который я, в принципе, знаю ответ, но меня интересует, как вы отнесетесь к этому вопросу. Как получается таким образом, что Израиль, который моложе меня по возрасту, первенствующий сегодня во всех самых важных областях, военных технологиях, технологиях как таковых вообще, в количестве стартапов, в использовании воды,
прекрасном сельском хозяйстве, образцовом для всего мира, оказался в этом вопросе строительства, который задевает каждого из нас, потому что все мы живем под крышей, оказался на 110-м месте. И в этом смысле я совершенно согласен с Леонидом Цывяном, что это вопрос политический, это сращение власти нашей с подрядчиками кабланом. Я как-то сказал, что самая сильная партия в Израиле – это партия кабланов. Я помню, как несколько лет назад один из бывших мэров небольшого городка здесь у нас в Израиле сказал, чтобы стать мэром, нужно иметь не менее 5 миллионов средств. Эти средства даются кабланами, эти средства даются строителями, и затем надо отрабатывать. Самыми незаинтересованными в новизне нашей жизни, в новизне строительства, в использовании уже оправдавших себя технологий во многих странах мира, являются те, кто сегодня строит. Вот пока не будет здесь смещен акцент, пока вот этот триггер, который нам показал последние события в мире с вулканами, с той опасностью, в которой находимся, и мы, не будет решен политически, мне кажется, все остальные вопросы решить по силам разумным, умным, умелым людям, которых я вижу сегодня на этом экране. Спасибо, Феликс. Кто отвечать будет? Можно мне сказать одну фразу? Вот Михаил Цибулевский, он представляет Технион. Так я понимаю. Так поговорим на чистоту с Технионом. Технион существует с 1925 года. Да? В 1933 году появились новые сейсмические нормы, которые включают динамическую, так сказать, структуру расчетов. Технион это полностью проигнорировал. И игнорирование это продолжалось до конца 70-х годов. А в конце 70-х годов приехал Оле Хадаш из Румынии, Ади Скарлат, и он сделал первые сейсмические нормы, нормальные, с опозданием в 40 с лишним лет. Это было в 78-м году. Так что, понимаете, в чем дело? Вот вам, так сказать, часть ответа. Технион здесь не помог израильскому народу, к сожалению. Большому сожалению, это тоже факт. Вот так вот. Спасибо. Я бы искал ответы все-таки на конструктивном пути. Как говорится, как плохо мы все уже понимаем. А вот что делать, немного звучит при предложении. По-моему, сказано, что делать. Усилять дома. Нет, на политическом уровне. Миша, вопрос... К вопросу Феликса. Я думаю, что ответ здесь должен быть на грани шутки. Переселить кабланов в Израиль. Практически все они живут за рубежом. А надо их переселить сюда. Так, следующий вопрос у Михаила Козлова. Да, вопрос такой. Ну вот из того, что я услыхал, в качестве реплики, Технион до сих пор чудит, да? А вопрос такой, не считаете ли вы, что надо совершенствовать законодательство в области СНИПов, строительных норм и правил, так, сохранности и надзора за жильем, так, и других организационных мероприятий, которые позволят как-то нормализовать нам вот эту вот проблему? Иначе, не будет ничего. Мы где-то через пару наших заседаний по мозговому штурму, займемся этим, так что приглашаю. Но это вопрос сейчас. Спасибо. Так, Миша. Михаил, пожалуйста, или кого-то еще назначь. Михаил Цибулевский. Что, попытаться ответить? Да, ответить. Да. Законодательство. У меня больше вопрос. Опять же, было справедливо сказано, что вопрос политический. У меня только одна надежда, что приоритет спасения жизни, он тоже в Израиле высоко стоит. Даже спасти несколько жизней, там, солдаты и так далее, Израиль идет на большие жертвы. Вот это мотив, и я еще раз возвращаюсь, моя надежда – это пилот в Цфате, Твери и в нескольких других опасных, но дешевых городах может сдвинуть это с мертвой точки.
Понятно. Спасибо. А общее законодательство совершенствовать надо или нет? Алло? Да, что сейчас, там? Подождите минуточку. Есть ли ответ, Миша? Мне кажется, Леонид Цивьян хочет сказать. Давайте. Не, Михаил, я задавал вопрос, надо ли совершенствовать законодательство? Еще раз, надо все делать, для этого нужна возникнуть политическая сила. А политическая сила, она найдет, мне кажется, точку приложения в самом критическом вопросе, где больше, наиболее остро решается вопрос о спасении жизни и относительно минимальным усилием. Наших депутатов не хватит, Миша. Да, я очень согласен с Мишей Цибулевским. Господа, наше время истекает. Буквально мы должны... полминуты. Леня, вы уже трижды выступали, спасибо. Наше время истекает. Леня, в следующем семинаре. Но у нас время истекло. Леня, будьте любезны. Время истекло. Леня, пожалуйста, время истекло. Мы скажем друг другу до свидания. Большое спасибо и шаббат шалом. Всего хорошего. До свидания. Очень-очень-очень была качественная и благородная дискуссия. До свидания. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Спасибо большое организаторам. Миша, спасибо большое.